Был период студенческий у меня, к сожалению. Ничего такого прям сверхъестественного не было. Но как все, потому что за компанию. Вот. Но потом я столкнулся с информацией. Примерно такую, которую я доношу. Просто не на лекции, а так. Тут мне объяснили. Я вас принял и стал копать в эту сторону. И понял, что это вообще не нужно. Просто. То есть, поэтому я знаю, что вот информация может менять людей. То есть не запреты, не какие-то там запугивания, а просто грамотно подать. И понимают, прислушиваются, меняются люди, даже взрослые. Бывает разное. В любой аудитории сначала стандартно я встречаю такой протест или настороженность, потому что думают, что я буду там банальные вещи какие-то говорить, запугивать или какую-то нудность там им транслировать. Вот. А потом, когда видят, что в принципе идет нормально, что информация нестандартная, но интересная, понятная, то начинают реагировать хорошо. Эксперимент, что ли? Игра в праздник. Стандартно. Поиграйте в праздник. И дети уже в этом возрасте, они ставят на столы кегли, потому что они им напоминают бутылки. У них связка в голове. Праздник, бутылка. К нам подходят люди, которые хотят измениться, и говорят, мы хотим, как вы. Ну что мы можем посоветовать? Ну давайте с нами в прорубь, давайте с нами побегаем, попрыгаем. Мы поняли, что нужна научная платформа, нужны настоящие методы рабочие. Тогда мы стали искать. И вот мы нашли такую методику в Тюмени, ездили в Тюмень, и вот я уже, будучи сознательным трезвенником, убежденным, участником организации «Трезвый Дон», я поехал, прошел обучение, и тогда у нас организация стала получать хорошие результаты. То есть люди, которые с нами, к нам приходили, проходили наши занятия, они менялись и становились нашими соратниками. То есть я тоже проходил обучение, но вот все, что я рассказываю, там половина уже моего личного опыта общения с людьми. Я с 2010 года, вот у нас эта организация в Ростове, получается, а с 2012 года я занимаюсь вот именно преподавательской деятельностью по теме формирования трезвых убеждений, получается уже 10-й год. Если мы будем воспитывать вот такое отношение с самых ранних лет, правильное, как к техническому веществу. Это уже религия вот относится. У них религия, тех, да, там баптистки, да, они там песни поют другие, там все. Но у нас же соратники есть в нашем городе и по всей стране есть люди убежденные, которые тоже заинтересованы в трезвости своего окружения и вообще своих населенных пунктов. Но каких-то там особых суперспонсоров у нас нет. Государство, если не мешает, не вставляет в палки, в колеса, уже хорошо. То есть мы сами по себе. Я надеюсь, я вернусь в ваши края еще, потому что сейчас это неделя такой плотной работы везде поехать ознакомить. А дальше я надеюсь, что я вернусь уже с 10-дневной программой обучения ваших преподавателей, может быть, даже учеников, но в первую очередь преподавательского состава учебных заведений. Чтобы вот я приезжаю, я рассказываю, дальше меня спрашивают, а когда вы еще к нам приедете, там еще проведете? Я говорю, сами проводите, обучайтесь и проводите. Поэтому если есть запрос, а я надеюсь, мы его создадим, он созреет, я приеду, обучу, оставлю методику и больше к вам не вернусь. А вы сами будете тут.